Доброе утро. Мы с Полиной уже собрались кушать, попросыпались. Сейчас 11, и где-то к 12 должны позвонить. Буду узнавать, надо мне идти или продлили. Конечно, вряд ли, что продлили квартиру, но сейчас покушаем и буду собираться потихоньку. Ой, да фиг с ними, пусть так и было бы. Ничего там уже не сделаешь. Все равно развалится. Фиг с ними, с этими дырками. Ой, как я сейчас пойду, я не знаю, наверное, спарюсь. Наверное, сколько градусов, блин? 30, блин, точно, да? Напялила я, короче, свои штаны новые. И вот эти вот тапули такие удобные. Вообще класс. Мягенькие. Я иду уже на квартиру. Она у меня сегодня одна, одинёшенькая. Я попросила, чтобы сегодня меня сильно не загружали. А уже завтра на целый день. Тут вообще такое ощущение, будто вообще никто не жил. Короче, протерла пол. Вот, буквально сколько я здесь? Минут 10-15 от силы. Вот, проветрить квартиру. Протереть пол от пыли и от следов. Потому что иногда бывает такое. Поправила подушечки и все. Сейчас я это все поубираю отсюда. Выкину потом вот эту вот коробку. И пойду домой. Ну, сначала зайду в Фикс. Высмотрела одну штуку классную. Поэтому, наверное, сгоняю. Уже смотрю, пол позагаживали. Нехорошие люди. Было чистенько. Все, наконец-таки домой. Зайду в Фикс. Нашла одну статуэтку классную. Хочу посмотреть, если что, куплю домой. Новиночка появилась. У нас сейчас написано, что якобы 23 градуса. Ну, по ощущениям, тут, наверное, все 30, это точно. Парит капец. Я уже не знаю, наверное, лучше бы реально дождь какой был. Бедные малые будут еще в этот лагерь ходить. И, кстати, спать они там будут. Я не знаю, что из этого получится. Но Полину днем вообще не загнать спать. Вот, а там уже на июль планирую, что она поедет в деревню. Надеюсь, на целый месяц. Было бы вообще замечательно. Ой, хоть реально отдохнуть от нее. Капец, сейчас Денис там сидит, просто молится. Потому что она ему вообще покоя не дает. То играть просит, то еще что. Кашпо для цветов. Здравствуйте. И вазы вот такие. Все, сейчас будет автобус мой. Поеду домой и зайду еще в магазин. Шашки. В магазине купила лук, картошки, сардельки, огурцы и Полине желе. Уже и картохи мне начистили. Я пришла, короче, буду сейчас нарезать картошку, буду готовить есть, они там сидят в шашки играют. А кровать чинили, потому что я прыгнула и в итоге сломали одну доску. Вот так вот, блин, бывает. Щавель переставила сюда. 10 баночек вышло, короче, 5 литров. Вот, надо еще кролику травы вырвать. Вот, короче, картошечка такая вот классная готова. Это Денис, это Полине и сейчас еще огурчик каждому. Вот сейчас покажу прикол с кроликом. Иди сюда, иди там, виноградик, иди там, виноградик, смотри, что я тебе даю, подожди, жди, стой, на, иди сюда, ты куда,
иди сюда, смотри, вот здесь. Вот здесь. Вкусно? Вкусно? Сейчас перейдем. Иди ко мне, иди сюда. Иди сюда, на лапках, на лапках надо стоять. Иди сюда. Вот на лапки становится, так кушать. Моя дрессированная. Все, вот ухожу и не зову даже. Иди, угощать буду, буду угощать. Иди сюда, на лапки, правильно. Иди сюда. На, будешь? На, угощаю. Где лапки? Где лапки? Вот лапки. Молодец, молодец. Мой дрессированный кролик. Дрессированный кролик, да? На. Все, сейчас спать пойдем, да? Пойдем спать. Ты к себе, я к себе. Уберу только немножко дома. Сейчас пылесос на место занесу. То пылесосила сейчас. Да. Сейчас она просто уходит, короче, мусоркой вон. Шкрябать. Сейчас возьму пакет и вот. Иди сюда, иди ко мне. Иди сюда. Пофиг ей. Иди сюда, виноградик. Иди, иди, иди виноградик дам. Иди, иди на лапки. Где лапки? Где лапки? Иди сюда. На. Лапки. Где лапки? Лапки. Давай, лапки. Она на лапах даже шла. Она на задних лапах стоит. Прикольно. Сейчас 12 часов у нас ночи уже. Смотрите, как Полина спит.